Сегодня мы будем клеить винил на наш новый клей PVC, для покрытия PVC, дисперсионный. И покажем, как мы это будем делать. Значит, перед работой клей необходимо взбодрить, перемешать в течение 2-3 минут до гомогенного состояния. И потом можно спокойно работать. Шпатель используется для винила с мелким зубом. В нашем случае это шпатель А2. И пойдем работать. Шпатель дает расход примерно 300 грамм. Очень важно, что основа под клеевой винил должна быть абсолютно ровная, гладкая, без кратеров. Тогда у нас будет правильная приклейка и правильный расход. Основание было отгрунтовано водно-дисперсионным грунтом, просушено. Мы нанесли клей на площадь, которую мы можем там выработать в течение 20-30 минут. И сейчас его оставляем обметриваться на 15-20 минут, чтобы на отлип он у нас был, ну, примерно по консистенции жвачки. Клей обязательно надо обветрить, чтобы он был не жидкий, а липкий такой. И вот в таком состоянии уже производить монтаж. Давай! Работаем работу. Опа. Ну вот, мы его обветрили, вот трогаем на отлип. То есть у нас он такой липковатый должен быть. Сейчас мы даже... Приклеили кварц-винил на специальный клей PVC-венка для винила.